За последние 4 дня злой рок невезения прошелся по мне нормально так. Сначала это вылилось в то, что у меня на 4-часовом материале по умному дому не записалась ни одна из аудиодорожек. Но и это еще не все, поэтому бог рандома решил тоже присоединиться к этому празднику, постоянно подкидывая мне каких-то идиотов, которые так и норовят мне испортить игру, а также сбор контента. Со стороны может показаться, что автор прям-таки двойной лох, но не тут-то было. Я посидел и подумал, и решил, что почему бы не попробовать использовать эти недостатки и сделать из них преимущество. Небольшое 4-часовое видео я могу превратить в огромный стоп-кадр с поясняловками, а Dark RP обезьян показать в качестве примера, какими игроками быть не нужно. Ладно, больше ни слова о ролике, все остальное вы увидите сами. Настало время прорекламировать мой телеграм-канал, который теперь еще обзавелся мемным пабликом. Там работает предложка, и вы можете закинуть любой мемчик, который вы пожелаете, и я его, возможно, опубликую. В этом паблике я буду отдельно рад и благодарен тем людям, которые заходят на стримы и делают какие-то нарезки разных моментов с моих стримов. Ссылка в описании. Нельзя делать умный дом. Блин, не помню, но это что-то связано с нанопейджем. Другой, здесь дилер мудак, your bullshit I far. Попробовать стоит. Алло. Алло, привет, а можешь, пожалуйста, домик продать, территорию? Где именно продать? А возле мэрии, которая находится. Не знаю, сколько предложишь за это? Ну, 1050 сойдет. Сойдет, бегу. Давай, я ожидаю. Так, здорово. Здравствуйте, да, я пишу. Давай. Лицом к стене. Сейчас уберу. Ну ладно, можно и так. Ну ладно, можно я, потому что я не увидел ни моего процесса. За что арестовывать? Все, ну давай, я деньги мне. Давай, 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 сейчас, сейчас. Пожалуйста. Я думаю, 50 тысяч, как и обещал. Я не вру. Все, держи, спасибо. Ай, вот это класс. Спасибо, до свидания. А, блин, я подожду, когда ПП закончится, у меня кто-то стоит за 3. Да, без проблем. Ну, в общем-то, с этого момента я начинаю делать свой умный дом. Точнее, он уже готов, поскольку прошлая запись была не особо удачной, но дубликат я сохранил. Теперь пройдемся по некоторым преимуществам этой модели умного дома над предыдущей, которая была в первом и втором видео. Первая версия умного дома у нас базировалась на колонне, которая сначала работала хорошо, и никто не подозревал, что тут будет происходить, а потом со временем она стала привлекать все больше и больше внимания. Теперь же у нас имеется целый коридор для создания умного дома. Каждую из стен этого коридора вы можете заминировать на выбор. Можете, конечно, взять две, но это уже как захотите. А в чем отличие? В любом случае везде стоят бомбы, а отличие в том, то, что первая версия у нас была, так скажем, предметом интерьера. И тебе сразу бросалась в глаза вот эта пресловутая колонна, и ты знал, что от нее ожидать. Здесь же ты заходишь в помещение и видишь просто уменьшенную по площади такую же территорию магазина или чего-то еще, что вы захотите открыть. Ну да ладно, с третьей ревизией умного дома мы разобрались, а теперь хочу вас предупредить. Когда я снимаю такое видео, я не преследую цель навзрывать как можно больше людей без особых на то причин. Уверяю вас, мне можно доверить взрывоопасное оружие, и оно не взорвется по моей воле просто так. Но если вы не заметили, я захожу на такие видосики поиграть за оружейника, посидеть почилить у себя на типа базе, которая отстроена в виде квартиры, и попродавать оружие или что-либо еще. Я даже ломбард открыл, где я перекупаю манипринтеры, еду, оружие, а потом продаю это втридорого. Поэтому давайте начнем видосик с мирной ноты. Поехали. Алло. Алло. А вы можете мне продать дверцы на витринах возле мэрии? Я стою сейчас. Магазинчик возле мэрии. А, возле мэрии? Да, сейчас, секундочку, простите, возможно я... Благодарю. Дарк РП игроки стали вежливее. Это что-то новое. Так, ладно. А камеру я могу поставить, чтобы она вообще не ломалась, наверное. Но я надеюсь, что она не сломается. Зачем ты дверь мне взломал? Че, ёбнулся совсем? Ой, помогите! Взломал мне дверь и вышел потом просто спокойно. Пиздец. Дарк РП фауна. Мэр, мне нужна лицензия. На бизнес и ношение оружия. Только наручников, скейт, только наручников.
надо заходить. Надо, да. Куда заходить, блядь? Я тут. Берите собаку. Берите бери собаку. Наручники, да. Снять, что ты делаешь? Ты молча мне заговорил всем ебанулся. Подожди. Что подожди? Не лицензию дай мне, я пойду. Бери с меня наручники. Ну вот он, сможете лицензию дать. А так у меня не сможет, блядь, лицензию дать, серьезно. Открыт ломбард возле мэрии, принимаю всех, кроме гус. Что тут происходит? Почему тут взрывы были? Не знаю, вам, видать, показалось. Показалось, видимо. Нет, тут не было взрывов, вы уверены? Не было. Если бы они были, у меня бы все в здании взлетело. Хорошо, все, я понял. Воздух, давайте. Блин, прикольно. Можно вот сыграть на десяточку так? Ладно, сейчас креплюсь ко мне. Давай. Смотри, у тебя нарушение правил сервера. Какие? Нельзя делать умный дом. Умный дом нельзя делать, почитай. В смысле? Это как? Умный дом нельзя делать, нельзя. Я вчера сам делал умный дом, мне чуть жопу не порвали. А правило-то какое ты хоть скажешь? Сейчас точно скажу. Хуя себе, блять. Блин, не помню, но это что-то связанное с НРП и еще что-то там. Блин, не помню, но это связано с тем-то и с тем-то правилом. Дальше думай сам. Кстати, так охуенно эти правила на серваке, на котором он админит, знает не только этот игрок, но и также высший состав. За всех говорить не буду, просто, ребят, привет. Как их, смотри, плюс слэмки нельзя ставить, чтобы их нельзя было разминировать. Как разминировать слэмки? Безопасно, правило. Без взрыва. Но ты мне правила это вообще скажи. Нельзя разминировать у себя. У тебя их вообще никак не разминировать. Ну а как ты их разминируешь без взрыва это? Вообще? В Гаррисмоде это не реализовано. Тут умный дом, и он как-то неправильно работает. А кто пожаловался? Я тоже насчет этой камеры не особо. Ну, другой меня спросил. Это который фея? Да, который фея. А, он мне рассказывал, то, что его запретили, типа, хуя себе. Можно отлететь чуть-чуть, потому что мешать... Я не видел в правилах, что это запрещено. Ну, я тоже не видел, так что пусть гуляет. Лайма Бус, у тебя умный дом, их нельзя разминировать. Они, их не видно, смотри, ее не видно, первое. Второе, ее запрещено. Третье, это умный дом. Ты пришел просто спамить какую-то мне хуйню и не слушая меня, тогда можешь лететь отсюда. Это не Лайма Бус. Одну пиццу могу за $1000. Давай за 800 поштучно, я две штуки у тебя возьму. О, давай. Давай. А у тебя вообще только две есть, да? Или больше? Больше есть. Одна, сколько? Вам хватит 5 штук? Давай за 4000. Давай, это куда-то проходить или прямо здесь? Кидай сюда. Спасибо, деньги были переданы. Потом вам еще что-нибудь принесу. Ну, потом уже. Здравствуйте. У вас оружие продается? Оружие? Ну да, какое нужно? Револьвер, пожалуйста. Револьвер поштучно тебе? Чтоб ты умер. 7000. Не бей. Держите. Бывает, я говорю, до свидания. О, я могу полочку сделать, чтобы могли типа вызывать. Ой, ну давайте попробуем в РП. Мне тут написано, вызывать продавца по телефону. Ну вот интересно, кто сейчас залетит туда на меня? Да, админа Бус, а хули мне еще делать, если админам тут весело ломать просто, мешать записи видео. Не надо в окно пробовать запрыгнуть, залезть. Ты что, неадекватный? Я тебе ебало сейчас выйду, набью. Удали, встаньте лицом к стене. Какое пиво? Это не магазин пива. Он повредил мою витрину, арестовывайте. Вы только что ударили витрину. Арестовывайте его, он повредил витрину. Оставайте вандализм его. Получает. Да. Это все. Если кто-то спросит, зачем вам камера вообще нужна? Камера распознает лица людей, эмоции. И судя по этому, как раз таки уже вся система с этим блоком питания. Ну вот он так у меня, например, выглядит. Ничего лучше я не нашел. Вот крутилки какие-то, кнопочки, мониторчик небольшой. Этого достаточно. Вот. И все это вместе работает. Камера, блок, а также вон там. Дорогой достаточно. Возьму за 4000. Сколько возьмете? За 4000. О, давайте, согласен. Давайте.
все, спасибо. Банка с чаем. Прикольно. А вот в этом фрагменте, ребята, админ решил повеселиться и полетать по минам, зная, что здесь происходит. Блять, господи, ну когда это прекратится? Нахуя они летают вот так? Админ летает, кто еще? Я министр образования, я готов вам, короче, подать маники, ваники. Только вы должны будете в рекламе написать, то, что все с поддержкой министерства. А вас взламывают, вас взламывают. Ой, ладно, извиняюсь. Сорян, сорян, сорян. Открыл дверь, раз, открыл дверь. Хорошо, хорошо. Я открыл, заходи. А, ты тут висишь, пиздец. Ну, оставайся. А теперь, ребята, извиняюсь, это займет не так много времени, но я думаю, вы обязаны это увидеть. Вот эта часть видоса не будет сопровождаться звуками из игры, потому что вот эта запись у меня полетела, об этом я писал в телеге. Что здесь происходит? Это моя первая попытка записать умный дом в виде коридора, а не в виде тумбы. Как вы могли заметить, людей возле магазина собралось очень и очень много. Некоторые из них бандиты, некоторые из них даже администраторы, и о них как раз таки пойдет речь. Дело в том, что я как раз таки уже заминировал стены, но ничего я конкретно не делал для того, чтобы они взрывались по КД. Это делали администраторы, им было от этого весело. Да, ребят, вы не ослышались, животное, которое прошло набор на администратора, веселится тем, то, что РД имеет сервак. Пусть не своими руками, но косвенно. Наборный. Обратите внимание на этот никнейм, и теперь мы переходим к следующему кадру. Вот я стою наготове в спектейте, и вуаля, он летит и взрывает умный дом. Почему я решил, что он делает это нарочно? Первое, он это делает не первый раз. Второе, он после каждого такого пролета наблюдает за реакцией игроков, что будет дальше. Если что, ублюдок получил 2 варна, а также почти суточный бан. В этом фрагменте я уже пытаюсь продать какому-то человеку оружие, но этого мне не дает сделать уже другой администратор, донатный. Теперь в спектейте все внимание на него. Он не стоит в АФК, он наблюдает за ситуацией и ждет, когда я начну отвлекаться на какую-то якобы РПшку, но я сделал куда умнее. Я зажал voice chat, начал разговаривать и тут же включил спектейт. Уже второй год я придумываю лучшие байты на дебилов, и никто еще меня не переплюнул. И в этот раз тоже. Самое забавное это то, что наборный ебанат умудрялся у меня просить демку на жалобе, что мол якобы это точно он так вот делал, залетал в мины и улетал сразу. На демке у меня записано всего 1-2 раза, как наборный администратор успевает взорвать мины и улететь. Остальные случаи будут с донатным. Но прикол в том, то, что я не сразу начал включать спектейт и следить за ними. До спектейта это случалось около 7 или же 10 раз, онлайн админов составлял около 6-5 человек, но не может человек несколько раз подряд совершать одну и ту же ошибку, ненарочно задевая мины. Просто первые несколько раз я списывал это на случайность. Ну, я, конечно, все понимаю, да, досадно, ты построил, опять кто-то пролетел, взорвал, но бывает и такое. Потом мне стало интересно, почему через 10 секунд после того, как я ставлю мины, их кто-то взрывает, и всегда в этот момент кто-то находится дома. Задачу осветить, какие конченые бывают на наборке гамбита, я перевыполнил, теперь мы продолжаем видос, еще раз извиняюсь, что эта часть была без звуков из игры. Митинг против мэра у мэрии. Ребят, вместо того, чтобы митинговать, покупайте у меня манипринтеры. У меня хватит их на всех, давайте. Давай мне 5000, я тебе маник продам. 5000, ну дороговато. Давай за 3. Ну там. Да ты что там маник 4100? 5000 и ты там. А нахрена мне у тебя за 5000 брать, если я могу сам заказать за 4, а? Ага, блядь. Давай, давай банку, давай, давай, давай. 5000. Не-не, 2500. Да хули дорого. Ты видишь, называется как заведение? Ломбард. Ломбард не наебешь. Давай 3000, она качественная. 2500. 2500. Вот 3 косы. 2500 продано. 2800. 2500 продано. Ломбард Криминал сосет, приветствует всех своих новых посетителей, поэтому я жду каждого. Мы рады всем, кроме госсотрудников. Всего доброго. А я чем вам не госсотрудник? Ну вот именно, что мы рады всем, кроме госов. Всего доброго. Я жду товар. Ну, давай. Деньги. Ты мне. Ну, я дам деньги, как только увижу товар. Сейчас, 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 сейчас. В очередь, в очередь. Так вы очередь заслоняете, уйдите с магазина там. Давай, давай товар. Ой, бессонная. Жалко, что так сбоку как-то нельзя. Так, подожди, давай. Угу.
Спасибо. Где мои деньги? А, 2500 точно. Я видел, это он забрал. Теперь надо ёбнуть. В очередь, в очередь. В очередь. В очередь. Заходи, у нас двое. А, двоеночка настроена. А можно? Ребят! Алло. Что у кого телефон? Разрывная! Стоять, не двигаемся. Оружие. Чуть-чуть. А, вижу оружие. А ты там позади убери оружие, сейчас никто не вертитесь, чтобы ничего не произошло интересного. Давайте, ребята, по-тихому. Вы можете? Давайте вы нам дверь откроете, мы вас проверим и все. А там просто позади тебя еще человек стоит. Я не хочу, чтобы перестрелка была какая-то, поэтому все уберите оружие. Слышь, ебать, ты ушел, я нам ставить будешь или что? Ебать. Ты не в том положении, чтобы нам ставить условия. Давай, открывай двери. Бля, ну сейчас. Мне просто до кнопки туда дойти надо. Догнал кнопки, блядь, ты стоишь на месте. Ну вот именно, что кнопка там в коридоре. А, да? Да. Почти, если что, я тебя ебну. Если ты не откроешь дверь, мы тебя ебашим. Хорошо. Съебался от тебя. Хорошо. Я немного прошляпил тот момент, когда ФБИ начало сотрудничать вместе с бандитами. Все, давай. Отойди от двери. Отойди лучше оттуда отойди. Блять, оттуда лучше отойти. Я не понимаю, куда он может это ебануть. Я здесь уже пережил. Ща, ребят, 5 сек. Блять, надо зарядить бомб нахуй! Если че, я тебя ёбну, блядь. Захуй не такое. Уйди. Уйдите. Уди. Мы проверяем на нелегал, мы проверяем, это грабят, мой подчинён. Грабят, люди добрые, грабят. Блять, пиздец. Реальный магазин грабят. Я офицер, я... Смотри, почему, когда я тебя угрожал оружием, типа открыть двери, ты не подчинился моим требованиям? В смысле, я уже подошел к двери, но она взорвалась. Взорвалась? А, типа это не твои мины, да? Не, умный дом работает, пожалуйста. Но ты ответь просто, это твои мины или нет? Ладно, я просто понаблюдаю что-то. Кто? На что тебе ответить? Я тебе говорю, это умный дом сработал. Кто сработал? Умный дом. Умный дом. Умный дом? Да. Не, давай без рамков теперь. Почему ты не починился моим требованиям? В смысле, тебя не устраивает то, что ты умер во время типа рейда? Ну, я тебе сказал то, что ты открываешь двери, иначе я тебя убиваю. Ну, ты я пошел открывать дверь, сказал, все взорвалось. Двери? Ну, бля, то есть ты хочешь сказать, что это не специально было, да? Нет, умный дом так рассчитал, то, что вы враги. Умный дом? Короче, админ, решай. Давай, это за тобой. А какое тут вообще должно было быть нарушение, по его мнению? Ведь умный дом изначально планировался как искусственный интеллект, который за тебя принимает какие-то решения. Какая ситуация для владельца может считаться опасной, а какая нет? Кто для владельца является врагом или же союзником? Все это по факту делает умный дом. Я еще в первом выпуске говорил, что мы, конечно же, сами всегда включаем и выключаем ФДшки, чтобы спровоцировать взрыв. Но поскольку мы это обыгрываем через МИ, то это уже делаем не мы, а умный дом, который мы настроили через МИ отыгровку. Поподробнее о ней я сейчас расскажу. На экранах у вас две необходимые команды, чтобы к вам никто не подкопался. Поскольку умный дом у нас работает вместе с камерой, которая сканирует территорию на предмет каких-то опасностей, или же просто опасных ситуаций, или же людей, которые настроены к вам враждебно. Сначала нам нужно поставить камеру в такое место, чтобы она охватывала всю территорию, в котором проводится режим обороны. Затем этой командой, или же похожей на нее, привязать ее к системе умного дома. В жалобе вас спросят, зачем тебе камера. Камера как раз таки отвечает за сканирование территории, а также поведение людей, которые на ней находятся. После того, как вы поставили камеру, вы можете установить режим оборона, который как раз таки уже начинает сканировать территорию на предмет агрессии по отношению к владельцу, а также к его дому. За агрессию можно воспринимать покушение на владельца дома, угрозу оружием владельцу дома, а также попытку в наглую зарейдить самого владельца дома, взломав его кейпады. Но ситуация немного меняется, если меня рейдят госы. Сначала я, конечно, пытаюсь
попытаюсь с ними выйти на диалог, узнать, что им нужно конкретно от моего дома и, возможно, мирно договориться без стрельбы, выбивания дверей и всего прочего. Если же госы просто в тупую вас игнорят и стоят с тараном в дверях, ожидая одобрения ордера, то вы можете включать умный дом. Смысла нарушения тут не будет. Или из-за того, что это медленная личность... То есть это любая отмазка, если ты зафейлился, то что какая-то там медийная личность и не будет нарушения. Слушай, Владос, у тебя через СМИ все отыграно, переведено все в охрану, вот это все. Ну да, да. Я даже блок настроил, ты понимаешь? Я даже сделал проб блока вот этого. Все то, что он скидывал через СМИ. Ебать, своих роликов забрал, что ты говоришь, а сам... Почему каждый ебанат, который попадается у меня в роликах, пытается меня упрекнуть за знание правил? Ну, типа, даже не каждый, а может быть, каждый второй, третий челик пытается со мной посоревноваться в знании правил сервака, на котором я играю в конкретный момент. Сука, я чё, тест на знание правил этого сервака сдаю, когда записываю видео, или что? Причем я бегаю по сервакам самым разным сводом правил, как адекватным, так и не совсем. А эти челики в большинстве своем просто дрочат один и тот же сервак с одним и тем же сводом правил. В то время как я бегаю по абсолютно разным сервакам, у которых разные правила, разные сроки наказания и разные трактовки. И даже при таком раскладе, когда казалось бы, мне было бы очень легко запутаться среди правил одного сервака, перепутать их с другими, все равно в итоге оказывается так, что я лучше разбираюсь в правилах. Наверное, потому что я все-таки умею читать то, что написано в правилах, и вместо жопы думать головой. Ладно, все это пиздеж, на самом деле я остаюсь прав только потому, что у меня YouTube канал, а также правила, которые из-за YouTube канала переписываются под меня без ведома создателей так, как удобно мне. Микробандиты, которые утверждали это на постоянке около полугода, а то и больше, наконец-то услышали это от меня. Теперь идем дальше разваливать кабины. Ты игровал его, Владос? Когда поставил. Он стоял так минут 10 точно, может 20. Типа никто не заходил. Что ты хочешь? Подвинь меня за травму, не работает текстура. Что ты за правила там рассказываешь? Давай. Что за правила? Ну ты мне говоришь, что-то там я в ролик, я говорю за правила. Ну давай, продолжай. Ну, я тебе грожал оружием, открой двери. Ну, я пошел открывать умный дом, подумал, что ты враг, и все. Ты пошел открывать двери, ты специально нажал на слэмку, ты еще и кидал слэмки во время того, как ты открывал двери. И ты хочешь сказать то, что ты это не специально сделал, а это сделал какой-то умный дом, или что? Я не кидал слэмки. Я тебе могу ебнуть и сказать, и, извини, блядь, это младший брат сделал, или что, блядь? Так это умный дом сделал. Не кидал слэмки. Я вообще-то не кидал слэмки, я себе бонг заряжал, я хотел напалиться. Ну это тип, конечно. Ну я думал, ты одобришь, судя по нику. Все, вот привязка опять работает. Ну, привязку камеры к системе и также режим обороны. А тут открыто? Иди нахуй отсюда, дебил, мне. Давай, давай. Ебать. Ой, донатер, чтоб ты подох. Я первым стоял в очереди, съеби. Что он такой дерзкий? Мужик, не дерзи, пожалуйста. Так, что вы хотите? Уйди. Уйди, я первым стоял. Ку-ку. Не понял. Что вы хотите? Продать манипринтер? Просто у меня свободных мест под манипринтеры осталось только 2 места и все. Остальные 7 мест заняты. Ты долго стоять будешь, дебил, бля? Я еще уже разъебется. Вот, получается. А, АК-47. Ящик или пошту? А, понял, сейчас ящик посмотрим. 45 тысяч с вас стоит, терпит, блядь. Я жду 45 тысяч и тогда выдаю вам ваш ящик. Все, вы забрали, да? Всего доброго. Пиздец, какая полоумная обезьяна. Ребят, обращайте внимание сейчас на задний план прямо возле входа в мой магазин.
Вот это чучело на заднем плане, которое мне еще на жалобе минуты две назад говорило о том, что вот ты в роликах всех топишь из-за правил каких-то и самых нарушаешь, внимание, что он делает сейчас. Он сначала достает проб, пытаясь засунуть его под умный дом, чтобы там спровоцировать как раз таки уже взрыв, и потом по-быстрому зайти, и чтобы ему ничего не препятствовало. Но поскольку природа его обделила мозгами и прямыми руками, он решил уже сделать по-другому, теперь уже засунуть камеру, и чтобы точно наверняка взорвать мины, он решил посмотреть, где эти мины находятся. Здравствуйте. Я принес вот такой вот компьютер. Вот. Вам можно будет показать его начинку, чтобы определить цену? Ебать. То, что ты камеру сквозь проб суешь. Да не, ничего не случилось. Собачка. Вот ты, конечно, больная девушка. Пока можете выйти с магазина? Подпозже я приму. Да ж ты... Хорошо. Да-да-да. Он отключился. Хатьфу на вас, мусор. Мусор, 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 стой. Мусора, какие мусора, ответ мне не слышал. Эй, офицер, офицер, хотите... Вот держите денег, не трожьте их. Офицер, возьмите 15 тысяч, это такое? Не трожьте их. Провокация госсотрудника. А, хорошо, кто тебя провоцировал? Давайте сейчас я всех сюда депну, кто был провокатором, так скажем. ТП к себе. Ку. Нет, нельзя. Зачем ты мне тыпаешь? Зачем ты меня тыпаешь к себе без предупреждения? Кайф. Его откинь потом за АА. Он мне без предупреждения тэпает еще. У тебя нарушение. Сейчас, подожди-ка. Мамаев, тэпнись Каренко срочно, он говорит. И меня тэпни к себе, Мамаев. Да, зачем сейчас тебе тэпать? У тебя нарушение, сейчас бан продадим. Слушай, у тебя РП-процесс был? Подожди, стой. В чем у нарушение? РП-процесс... В чем у меня нарушение? У тебя РП-процесс был, и я хочу у тебя уточнить. В чем нарушение? Был, просто вернемся. Да, был. Ты с катаной бегал просто данный так, молодой человек утверждает, что у тебя нарушено правило провокации. Ну, видишь, ему все равно какая разница. Нет, я его не пытался спровоцировать. Ну, ты бегал, кричал, мусора сосать, ему кто такие мусора, бегаешь с катаной туда-сюда, орешь какую-то херню в войс. Ахаха. Ну, тебе смешно. Иди, показывай демку. Показывай демку. Слушай, ну, ты можешь ответить, было ли такое или нет? Его больше нет. Я не признаю. Лучше нет. Типа не было? Не было такого, что ты... Подожди секундочку, пожалуйста. Не было такого, что ты кого-то оскорблял из полицейских, правильно? Ну и всячески бегал от них. Чего? От кого я там бегал? Он вообще оскорблял полицейских был, там, ты или нет, у меня к тебе вопрос. Я не помню, оскорблял ли я кого-то. Вот его уход я от ответа. Не помню, что я сказал ему. Мне кажется, это было да, уход от ответа. Не больше, чем 5 минут. Смотри, если он убегал от ментов и вслед кричал, типа оскорблял их, это не будет сфера РП. Если он бегал с катаной просто и провоцировал их, тем самым оскорбляет, тут есть фера РП. Ну я еще раз сейчас дам, когда вы подождите. Так, в общем, ты говоришь, не было такого, да? Садись. Не признаешь, это говоришь? Это я. Говоришь. Ну, а к чему это перековеркивание какое-то, типа, не знаю, попытка сойти за умного? Я же вовсе не так разговариваю. XD. Это максимум за что-то нашел уцепиться? Уцепился. Диагноз следующий. Мерзкая гамбит-фауна в донатном ее представлении. Ну прямо фу таким быть. С тобой же адекватно общается как администратор, так и игрок, который на тебя пожаловался. У тебя просто спрашивают, было ли такое, и ты начинаешь увиливать, говоря, что ты не помнишь, хотя это было всего лишь 10 минут назад на полупустом серваке в 3 часа ночи, где у тебя точно не может быть кучу РП-ситуаций, в которых ты запутался и забыл какую-то из них. Ну серьезно, хватит уже быть ублюдками типа вот этого вот и портить игру другим людям своим присутствием. Блин, ну к логопеду запишись. Не ставь здесь пропы, ты меня плохо слышишь? Бля, убери его уже нахуй отсюда. Ну че это за пиздец, он ходит тут пропами. Это он как раз на тебя жалобу и кинул. Ты че материшься, че материшься? Имею право, а у тебя что, не получается так делать? Так, слушайте.
А куда он бежит-то? Еще чекай раз убежишь, я тебе... Вопрос тебе задаем. Вопрос тебе задаем. Чекай. Было такое, нет? Хорошо. Чекай. Будешь инфрижен висеть. А, я, во-первых, не убегал. Ну, хорошо. Да, не убегал. Дело дальше. Возможно, мне показалось, я не отрицаю, но... Мне по моему мнению, ты только что взял катану и убежал. Так что, было такое, ну, нет? Тебя, походу, ответ дай. Лазер, окей. У меня пока просто демка обрабатывается. Хорошо. У меня демка обрабатывается. Ты скажи просто, было такое, нет, чтобы мы время не тратили. Я не помню. Там хорошо, много моментов, где ты меня связал, где я тебе еще сказал. Увели вы от ответа или не помню то, что было несколько минут назад. 31.1. Хоть фу на вас. 31.1. Мусор. А на демке есть то, что он провоцирует госсотрудника, и также у него 31.1. Скинь свой дискорд, я посмотрю демку. Он поплакал уже, держал в этот, вот я висю. А чё, кто плачет? Ты ж тут вроде бы ноешь о том, чтобы тебя расфризили. Ты бегаешь по админзоне неадекватный. Плачь. Я последнее предупреждение. Чё ещё скажешь? Что-то... В садик иди. В садик? А чё мне в садик идти? Чё я там забыл? Давайте сделаем. Не расскажешь, почему мне в садик именно надо идти? Даже не знаю. Ещё раз такое сделаешь, я тебе дам гак за оскорбление. Нельзя упрекать людей, потому что они шепелявы. Или карта. А смысл? Он всю жалобу это делает. А это разве запрещено? А это разве запрещено? Запрещено, это может поломать психику человека. Так, слушай, а зачем ты бегала его посылала на три веселых буквы? 27.5 плюс 3 часа бана. Вот. 27.5 у него уже есть и в РП, и в нон-РП. Он этим занимается. Плюс еще 31.1 и нон-РП. Мне похуй на... А, ну так все, о чем это рассусоливаем? Я разбан. Так, в итоге, а за что меня банят-то? А тебе какая разница? Тебе ж похуй на бан. Ну, мне пофиг, но мне интересно... Пофиг? О, так ты не можешь материться, потому что у тебя дома кто-то, да? Ругнешься, то тебе сразу хлебало разобьют, придут сковородкой. Или чем? Или чем тебя бьют дома? Да нет, я просто такой... Да нет, да нет, ты просто, да, очень воспитанный, и ты... Я просто дурочка, ну тогда просто поплачь, да, просто скули. Да, да, что еще расскажешь? Что еще расскажешь? Давай, как из-под юбки выберешься, поговорим. Я разговаривать умею, в отличие от животных вроде тебя. Пизды, да. Да кому ты там, блядь, дашь я пизды, господи. Шавка ебучая. Еще получаешь мут. А, дополнительный бан еще за оскорбление. Не, там 3 часа получается. Он все равно поспит, и у него уже этот мут пройдет. Ебало разобьешь. Да господи, разобьешь. Так что мы вот этого болванчика мы как, баним уже, да? Я могу его забанить. Мне единственное, что сдерживает, это то, что там пункт надо или название правила нарушения писать. Можешь написать название лучше. Ну чё, как дела у тебя? Чё, последние слова какие будут? А, точно, мы ж тебе хуями рот заткнули, извини. Не урыга. Ты же помнишь, что надо от лица того, кто разбирает, банить, а не от своего? Конечно. Да, напиши... Мы практически с ним нарабатываем. Стоило мне просто с ним чуть-чуть поговорить. А почему хелпер тогда? Ну, ВВЗ так уже есть. Да, ВВЗ есть, в принципе. А теперь в админзоне начинается сущий камшар. Нет, я не оговорился, потому что это реальный пиздец, ребята. Я решил оставить это напоследок, чтобы вы как следует этим насладились. Короче, мы забанили этого выродка, который не умеет нормально разговаривать. И теперь я вспомнил про другого идиота, который решил просто так побегать, попровоцировать полицию без причины. Он думает, что это весело, а я так не думаю. Ну и конечно же, я решил перед тем, как тэпнуть, узнать, есть ли у него РП-процесс. Поспектейтив за ним, я понял то, что там никакого РП-процесса не было, ведь он бегает один, только недавно умер какой-то его друг, и он просто бегает по карте, прыгает с катаной или с чем-то еще. И да, я вообще не пошутил, подобного плана ебанаты на гамбите реально топят за то, что у меня там был какой-то РП-процесс. На самом деле они бегают, блять, с катаной по городу, просто молча, либо какую-то хуйню вскрикивая в войс-чат, как этот челик делал ранее. Кроника Кэт 247. А ну, подожди, сейчас я сам почекаю за ним. Не тэпай его. Да, сразу тоже сам не тэпай, потому что можешь получить... Да, конечно. Йоп! Ян! Сейчас это по бырику разберусь с одним человеком, секунду.
пока замучусь. Здорово. О, ты хоть спросил, можно? Здорово. Ну, ну ты хоть бы спросил, а это... Почему? Да блин, что-то тупануло. А что у тебя РП-процесс был? Да. Но это сразу плюс обман или же ввод в заблуждение, как тут? У меня был РП-процесс. А что там, важно? На лайф. Сильно, сильно? А? Сильно важно. Да? Да? Что было? Полицейского ты провоцировал. А именно провокация. Бегал. А, да, кейс, признаю. Емика, можешь варну вот этому человеку дать? За что? Без разрешения, так будет. А у тебя не было РП-процесса. У тебя тогда ВВЗ будет. Может, разрешение можно тапать. Главное, я посмотрел, у него не было РП-процесса, он тебя нагло обманывает, он просто бегал на катане, прыгал. Прям после того, как его дружок умер. А ты мне лечишь за РП-процесс. Плюс ВВЗ, у меня катаны нету. Ну а с чем ты тогда бегал, прыгал? Меня вообще не ебет. У тебя главное, не было РП-процесс, ты просто бегал, прыгал. И все. Обман. Все, бань меня за нон-РП. Я тебе дам 13 часов, давай, удачи. От 10 до часа. Почему? Ну... Ты обманул меня, доверился тебе, то, что ты говоришь, что у тебя был РП-процесс, а ты меня обманул и захотел, чтобы мне варн дали. Какое к тебе нормальное отношение и небольшой бан? Никакого. А в чем заблуждение? Ну, то, что я сказал, то, что у меня был РП-процесс, он, видимо, за мной наблюдал. А, сказал, сейчас я забаню вас. Нет, не будет в этом заблуждении. В смысле? А что это, чем это будет? А вот заблуждение это, то есть, будет, если, ну, это повлияет очень на ход жалобы. На ход жалобы это повлияло? Но слушай, это повлияло на то, что он сейчас пошел рассказывать, мол, я его без предупреждения кого-то во время РП-процесса тэпнул. Ты мне сейчас выдал просто варн ни за что. И что? Он тебя обманул. Я не выдал. Ну, так вот именно, потому что я вовремя сказал, что он обманывает. А, так и говорю, я его исправил, в принципе. Человек также не знает, может, что такое РП-процесс. Также включаем, может. Человек не знает, что вот такое РП-процесс, да? Да, верно. Ну, человек не все знают же правила. Блять, как он его выгораживает, это просто пиздец. Ну, 1000 часов у челика, ну, возможно, он не все правила знает. А я-то думал ошибочно, что прошлая жалоба для меня будет апогеем долбоебизма на гамбите. Тут, оказывается, раздуплился на жалобе челик еще покруче, чем вы видели раньше. Мы сначала сидим нормально обсуждаем то, что вот он нарушил, а потом его будто резко вставило сори, он начинает мне гнать какую-то хуйню. Мол, челик за 1000 часов не знает, что такое РП-процесс, не до конца понимает, и за это время он точно не выучил большинство правил этого сервака. Я предвижу, что будет после этого ролика. Все то же самое, что было после второй части «Умного дома». Админа, который покрыл своего знакомого, его не наказали, ему ничего не сделали, сказали, что он все сделал правильно, а у хомячков Гамбита, которые так люто меня ненавидят за мои видосы, появится новый повод меня обсирать. Но 1000 часов на серваке, он не знает, что такое РП-процесс. Правильно понимаю? Я говорю, вот там заблуждение это не будет. Если человек не пожаловался, я это, ну, проверю. Так он просто ко мне подошел и спросил, я ему ответил. То, что как-то ты услышал, это такое себе. Что я услышал? Он мне говорит о том, что у него был РП-процесс. Я за ним наблюдал, РП-процесса не было. Это не является вводом заблуждения, еще раз повторяюсь. Запрещено обманывать администрацию проекта. Он, сказав если он это... Если прямой, прямой обман был, то это является вводом заблуждения. Так нет, здесь нет обмана. Выдавать бан за ВВЗ допускается только в случае прямого обмана. Я руководствуюсь тем, что в правилах написано. Ты говоришь о том, что сейчас в правилах не предписано. Он прямо обманул меня, сказав, что у него был РП-процесс. Я уже был готов на месте какого-нибудь другого админа его просто взять обратно тэпнуть. И стоять перед ним на коленях извиняться, лишь бы мне якобы варн не прилетел. Но у него не было никакого РП-процесса. Нет, не обязательно. А администрация всегда права, если, ну, и не так, что с администрацией, пусть он подожжал бы на форум. А почему тут это? Какой смысл? Ну так вот, видишь, я всегда прав, я администрация, типа, всегда прав. И на коленях. Ну, вот видишь, я говорю о том, что у него ВВЗ. У меня на это все есть демка. Я посмотрел, РП-процесса не было. Но считай как хочешь, тут был ВВЗ. Он прямо обманул админа, говоря о том, что у него был РП-процесс. Уже нету тут возбуждения. Я говорю, если ты выдашь бан, то ты получишь за это варн. Ты серьезно? Я тебе серьезно. Ну а тебе настолько делать нечего? Не, а при чем тут делать нечего? Ну, это слово вышло со стола. Ну... И что? Что слово высшего состава? Ты этим словом сейчас пользуешься только в такой ситуации? Нет. Да, ты сейчас в этой ситуации пользуешься словом там высшего состава какого-то. Нет. Я говорю от себя, что это является не нарушением. Ну, тебе просто не хочется, чтобы ему выдавали больше срок бана. Честно, сдался он мне.
Ну так сдался он мне, зачем тогда сейчас об этом говорит, то что там у тебя будет варм? Ну потому что мне нельзя игнорировать то, что ты делаешь. Но я действую, отталкиваясь от правил. Я прочитал правила ввода в заблуждение, и это прямо подходит под ввод в заблуждение. Или я не администрация проекта. Ну, ну пусть это надо. Или я что-то еще не дочитал из правил, ты мне скажи. Ты же высший состав, там, слово высшего состава, о котором ты говоришь. Ну, дальше, чем-то еще слово высшего состава подкрепляется, кроме как самим высказыванием? Что? Повторяю? Ну, слово высшего состава как-то еще подкрепляется, кроме как высказыванием. Это слово высшего состава, я тебя предупредил. В правилах это как-то... Я тебе об этом сказал о том, что это не говорит обычная администрация, которой ты можешь поверить. Я говорю, что я высший состав, который, ну, думаю, лучше правила знает, чем обычный человек, ну, обычная администрация. Да, но тем не менее, что, ты, ну, говоря о том, лучше что ты лучше знаешь правила, ты не можешь мне нормально процитировать ввод в заблуждение там, где я что-то не дочитал. Я же тебе сказал, что если будет прямой обман, то это будет вводом в заблуждение. Ну так это и был прямой обман, или это не обман? По кругу, нет, нет. Это не обман был. А что это было? Ну точно не обман. А что это тогда было? Но раз ты правила лучше знаешь, ты должен знать еще, что это было. Я говорю, не бан, просто дай ему, точнее обман. Ну то есть ты не можешь сказать, обман, что это было, по-твоему? Я говорю, это не является вводом в заблуждение. А чем это является? Точно не. Ну то есть когда тебе чел откровенно пиздит, это не является обманом, да? Прямого обмана там не было. А какой там был обман? Я говорю, мы идем по кругу, нет смысла... Ну, потому что ты не можешь правилами подкрепить то, что ты говоришь. Ты пользуешься тем, то, что ты просто выше состав, и я тебе дам варность, ты его забанишь за то, что он нарушил. Ты мне это также повторил третий раз. Какой смысл? Ну, смысл в том, что ты кроме этого ничего не можешь выдать дельного. Ну, я сказал, что это не является прямым обманом, это повторил тебе четвертый раз. А чем это является? Ну, ты правила лучше знаешь, ты мне скажи, чем это является? Смотри, также это, ну, человек не может знать правила. Что такое, вот, ну точнее, что такое РП-процесс? Вообще нереально, 1000 часов на серваке невозможно хотя бы немного не выучить правила. Да это и в правилах не написано, понимаешь? Это пиздец, ребята, возможно вы нихуя не понимаете из того, что тут происходит, а возможно кто-то и понимает. Но я все-таки не зря учился на переводчика, и поэтому я вам с этим помогу. В переводе с высшесоставного языка он говорит: в случае возможного обмана, которые описаны в правиле 31, 1, 2, 3 подпункты, полная хуйня. Я могу их редачить тогда, когда мне захочется, но если что, я тебе скажу, что это не прописано в правилах. Если ты сделаешь что-то против моего слова, то я выдам тебе варн, потому что я высший состав и я могу так делать. Устроился пацан на кураторке нормально, знает чем заниматься, молодец. Даже человек, у которого 2к часов на сервере, он все равно не знает некоторые правила, понимаешь? Хорошо, а где написано о том, то что вот можно выдумывать правила, если они не прописаны? Нигде. Ну так а зачем говорить о том, то что вот что-то не прописано в правилах? Я же действую только отталкиваясь от этого. Ты только что сказал, там что-то не прописано в правилах, может быть. Или ты уже я путаешься? Я такого не говорил. В смысле, не говорил? Что-то немножечко того. Не, ты ошибаешься. Не. Люди могут читать все что угодно за РП. РП-пробежка, но серьезно. Это не является вводом в заблуждение. Нет. А что он делает тогда, по-твоему, говоря, что у него РП-процесс? Человек не знает об этом, что такое РП-процесс, и все. А, не знает об этом за 1000 часов игры на серваке? Блин, ну смотри, давай я тебе приведу пример. Если человек стоит, слушает радио, он админу потом говорит, у меня РП не тэпай, но админ его может тэпать, так как это не такое уж РП, которое обламывает как-то его, ну, суть. Взаимодействия с людьми там никакого нету. То есть, тоже строительство, это не является РП-процессом также. Ну и? И? Ну, это как пример, что человек думает, что это РП-процесс, по его мнению. Ну, покажи мне хоть одного чела, который просто застраиваясь какую-то халабуду, будет считать это очень важным для себя РП-процессом, прервав который, он просто уйдет в депресняк жесткий. Этот же чел сейчас мне говорил про то, что у него был РП-процесс, говорит, неважно какой, когда я начал задавать ему вопрос, типа, какой там был РП-процесс, может быть, я тебя тэпну, тебя, может, там друзья ждут? Он говорит, нет, там уже неважно, какой был РП-процесс, и он тут же бежит к тебе, говорит, типа, выдай мне, типа, чтоб ты мне выдал варн. Просто дайте ему бан за фир РП. Вода заблуждения там нету. Ну в смысле, он тебе сейчас пытался сказать о том, то, что вот я его тэпнул, несмотря на то, что у него там был РП-процесс, нет. Он не может это никак доказать, он врет откровенно. У меня есть на все это демка опровержения. Извиняюсь, но почему, если ты говорил ранее, что ты убедился, что у него нет РП-процесса, а потом ты у него спрашиваешь, может у тебя какой-то РП-процесс есть? Может тебе обратно тэпнуть, там друзья ждут?
Но мне интересно, что он будет делать. Он в итоге решил показать себя таким человеком, который он есть на самом деле. Он пиздануть решил мне. О том, что у него был якобы РП-процесс. Он подумал, что сейчас очень удобный момент начать взять пиздеть, но нет. Ну, смотри, тебе руководящий состав сказал, если ты выдашь наказание за возбуждение, ты будешь... Но я-то понял, что его просто кроют и все. Нет, мы его не кроем. А что вы делаете? Ну, тебе ранее говорили то, что нам запрещено игнорировать нарушения администраторов. Ну, руководящий состав. Если он это проигнорирует... Слушайте, так может быть... Может быть, внести какой-то подпункт в правила? Потому что... Но, возможно, надо просто переработать правила и запретить админам на вышке выдумывать какие-то свои недоговорки касаемо того, что является обманом, а что нет. Типа, ты челу говоришь, что вот в правилах прописано, что вот прямой обман запрещен, он тебе говорит, это не является обманом. Ты у него спрашиваешь, что является обманом. Он говорит, это не обман. А что это тогда такое, ты у него спрашиваешь? Он тебе не может ответить, потому что все, нету аргументов. Из аргументов только то, что я высший состав, я дам тебе вар. Ну, знаешь, достаточно тупая логика, если честно. Я так могу просто на любой сервак пойти и, не знаю, сдать себе на кураторку, попросить внести такое правило, то, что админ всегда прав, особенно высший состав, и просто ходить, прикрывать всех, кому мне как раз-таки нужно будет прикрыть. Еще раз говорю, мы никого не прикрываем. Ну... Сейчас уже нет, потому что до этого он активно этим занимался. Он не мог ответить на обычный поставленный мной вопрос. Чем тогда является то, что он делал, если не обманом? Пиздежом? Ну, вряд ли, тоже нет. Люди за РП-процесс могут все что угодно придумать. Тоже прослушивание радио, тоже езду на машине. И они будут считать как РП-процесс. Но администратор вправе тэпнуть и вытащить из такого РП-процесса, потому что нет взаимодействия с людьми другими, понимаешь? Но ты хотя бы немного понимаешь, почему он начал говорить про то, что у него есть РП-процесс? Только тогда, когда я сказал, что вот я не знал, что у тебя есть РП-процесс. Правильно, чтобы в конце разборок побежать к админу и попросить дать мне варн, и все, чтобы не так обидно было. Любой администратор обязан выполнять указания высшей администрации. Да не, я-то выполню указания админа, который правил нихуя не знает нормально. И выдумывает сам сейчас на ходу. Но просто я могу один раз всего лишь сказать, потом в его отсутствие я буду за подобную хуйню выписывать максималку ВВЗ и все, не более. Ну, администратор сам... Как он пользуется, к примеру, правами высшей администрации, типа вот, это указание высшей администрации, выдам тебе варн, так и я буду пользоваться своими правами. Я буду просто эти варны снимать спокойно и непринужденно, не более. Ничего такого. Мы тебе дали предупреждение. Предупреждай сколько хочешь. Я ему сейчас на час выдам, просто остальных я буду банить вот именно за ВВЗ при такой хуйне и все. А тебе желаю удачи, сегодня тебе очень сильно повезло. Ну, в общем, как-то так у меня получилось сегодня поиграть на Гамбит РП. В этой серии мы переработали умный дом, и он реально теперь похож на дом, а не просто на какую-то умную колонну, которая находится в центре квартиры. Также с помощью умного дома мне удалось задетектить сразу двоих болванов на наборке, а также на донатной админке, которые систематически мешали строить умный дом, а также пытаться играть на серваке. После общения с куратором в последней части ролика, я вовсе не удивлен таким наборным администратором, который просто так взрывают мины, чтобы помешать тебе поиграть на сервере. Вообще ни разу не удивлен. Один ебанат набрался на админку, чтобы по фану нарушать правила и делать это так, чтобы его вообще никто не мог спалить. Второй же, мало того, что он не знает правил сервака, который курирует, так еще умудряется выдумывать свои собственные, которые нигде никак не прописан. И все это, вдумайтесь, ради того, чтобы покрыть такого же богом обиженного еблана, как и первый администратор, которого мы разбирали, который по КД отлетает в баны за свои нарушения, который за 1000 часов на серваке так и не смог выучить ни одно правило, чтобы его не нарушать. У себя в телеге я сделал небольшой опрос касаемо последней ситуации этого ролика. Является ли это все-таки обманом или хотя бы прямой попыткой обмануть администратора? Никого ни к чему не принуждаю, но если интересно, можете зайти по ссылке в телеграм и посмотреть результаты голосования, которое я провел касаемо этой ситуации. Я же думаю, что не могут 1000 мух ошибаться, говоря, что говно это все-таки говно. Ну да ладно, смысла мусолить это нету никакого абсолютно, потому что импакта эти ролики в админ состав вносят нулевой. Единственное, о чем это говорит, так это то, что там на это всем до пизды. Поэтому давайте переключим внимание, ведь у нас еще осталась куча игроков, которые не были наказаны, куча админов, которые не были проверены, и еще большая куча умных домов, которые не были застроены.